Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Продолжаем наши репортажи с выставки «Белорусская транспортная неделя». У нас на стенде почетный гость, гордость белорусской журналистики, официальный летописец проекта SkyWay, биограф Анатолия Эдуардовича Юницкого, Анатолий Николаевич Боровский. Добрый день, Анатолий Николаевич. Очень приятно, что у нас есть возможность для того, чтобы дать шанс всем нашим зрителям почувствовать колорит гостеприимной белорусской земли, услышать человека, который говорит на чистой белорусской мове. Дякую, Михаил, дякую, с великим задовольнением я это откажу на своей родной мове, потому что раз это все нарожается в Беларуси, раз нарождение дорог и остальных проектов народились в Круках, потом перешли у Марьину Горку, а вот теперь мы демонструем тут эту, после Берлина, конечно. Мне вельми сподобался ваш репортаж, який прошел там. Вельми компактно, вельми четко так. Мне здається, любые глядачи, слухачи, який это слухав, а чує, что это такое струнные дороги. Потому что струнные дороги – это небесные, это над землей. Поэтому мы наступную книгу назовем, мусить так, «По струнам небесного рая». Рай земли трошки поднялся выше, и его створяя там наш земляк Анатоль Юницкий. Спасибо вам большое. А как вы оцениваете экспозицию? Видели ли вы раньше уже подвижной состав SkyWay? Не в фантазиях, не в чертежах, а воплощенным в самых современных материалах. Мне это уразило и удивило. То все на малюнках, мы в книгах друковали просто фото и чертежи. А тут оно живое, как быцем дыхая и запрошая до себе, зайдите, отчуйте осолоду пересовывания над землей. Я уже посидел и там сфотографовался в этом юнибусе. Тут тяжко навод подобрать слова, потому что это незвычайная зъява. Очень приятно. Ваша оценка крайне ценна для нас, потому что вы уже очень давно с Анатолием Эдуардовичем и являетесь свидетелем продвижения его к воплощению своей мечты. Скажите, пожалуйста, вы здесь просто как гость или у вас есть какая-то цель? Для чего вы присутствуете на этой выставке, на этом стенде? Коли перелічваць, чаго я тут, і як просты чалавек, і як турыст, а галоўнае, як пісьменнік, які працягвае біяграфію нашага Анатоля Юніцкага. І поэтому мне цікава пагаварыць з людзьмі, ўзяць у некага інтэрв'ю, і потым гэтыя размовы увойдуць у наступную кніжку. Я вообще задавал свой вопрос, уже увидев, для чего вы здесь. Это было для наших зрителей. Анатолий Николаевич только-только освободился, к нему стояла очередь желающих подписать, получить автограф на авторском, можно сказать, экземпляре книги, посвященном Анатолию Эдуардовичу Юницкому. Прежде чем мы завершим репортаж, хотелось бы дать вам еще раз слово. Скажите нашим зрителям все то, что вы хотели бы, но я вас об этом почему-то не спросил. Звернуться до глядачоў и читачоў, сябры мае, жанчынкі і мужчынкі, маленькія і дарослыя і старэнькія. Я поверил давно у Юницкого, коли он только починал, это было 40 годов назад. И коли вы почуете, а знов некие фантазии, не верьте. И верьте в то, что вы прокатаетесь в хутким часе по этой незвычайной дороге. Вот такой мой зворот до всех, и белорусов, и всего земного шара. Все мары, которые были у Анатолия Юницкого, и они здійсняются. И дай Боже нам дожить до того часу, когда мы возьмем той квиток, сядем у наш юнибус, юникар, и скажем: колесом дорога.
Спасибо вам большое за такие чудесные слова, Анатолий Николаевич. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компании Skyway по адресу rsvdefisystems.com. Поддерживайте наш проект, и вас всегда поймут, на каком бы языке вы ни говорили. Строй Skyway, спасай планету!